Я не Антон. Ну, в общем, с юбкой будет. Блин, не хватает реально бутербродика еще. Под расческу. Звукозаписи. Доброе утро, друзья. Обычно на съемку мы выделяем около 2 недель. В этот раз у нас очень сжатые сроки. Это осталось 2 дня. Сегодня вторник, в четверг мы уже снимаем. Вчера мы успели договориться с моделью, примерно определиться с локацией. Сегодня я еду подтверждать локации на улице. Но при таком дожде, если честно, я сомневаюсь, стоит ли ехать. Такая история, что в Доме музыки очень красивая подходящая локация по цвету для съемки, но там, к сожалению, нельзя снимать. Поэтому еду дальше, адресов еще, наверное, 4. Зашла еще в одно место. Здесь очень симпатично, но не подходит нам по времени. Я уже побывала в нескольких местах. И не хочется никому мешать, плюс не хочется, чтобы люди были в кадре. В общем, пока что не получается найти какой-то вариант удобный, чтобы был для всех. Итак, сегодня с утра я рассказывала про продюсера проекта, который организует съемку. Минуточку. Итак, смотри, у меня даже микрофон есть. Кто ты? Ты женщина, не работаешь. Я только один вопрос задам. Расскажите, на каком этапе находится наша съемка? Наша съемка наконец-то приближается к этапу готовности. Мы договорились об одежде, локации частично нашли на 50%, на вторые 50% тоже уже почти что все готово. Но осталось обувку, ну и все. Мы сегодня едем примерять луки. Антон, передай привет подписчикам. Я не Антон. Руководитель не знает, как зовут ее сотрудников, и она всех зовет Антонами. И не дай бог, если вы скажете, что вы не Антон. Да, так и есть. Пока стилист не видел. Босс надел на себя. Все самое лучшее, почти. Но я хочу с другой юбкой этот свитер надеть. Не с этой юбкой? Ну, в общем, с юбкой будет. Давай в зеркало. Смотрели все цвета, и больше всего понравился вот этот вот розовенький. И ковер тут такой красивый. Он тоже в тему вполне. Заберем с собой. С джинсами. Да, да, с джинсами. Даже можно черные джинсы, кстати, сюда. Наверное. Красиво, да. Раз побольше пришлёшь. Да, мне нравится с черными. Но это же... Ой, это каким ярким он в кадре выглядит. Доброе утро! У нас сегодня съемка, сегодня четверг. Сначала мы едем за вещами из магазина. Обычно они берутся день в день. То есть мы сегодня возьмем их и сегодня вернем. После мы едем на съемочную площадку, где уже будут, пока мы ездим за вещами,
красить и готовить модель к съемке. Мы ждем, пока откроется магазин. Что мы к стороне этаж. Приехали на 3 минуты раньше. У нас же 6 минут. Там свет зажгли. Так что я думаю, что пора идти. Да. Забираем вещи из магазина и едем на студию. Звукозапись. Челочка. Челка под расческу. Под расческу. Звукозаписи. Приехали в магазин. Частично вещей не оказалось, поэтому мы сейчас подбираем новый лук. Стилист старается. Мы маленькие лошадки. Антон называет это осликами. Чем стилисты у нас занимаются на съемках? В телефоне сидят. Хорошо поработал. Стилист может сидеть в телефоне. Блин, не хватает реально бутербродика еще. У нас сняли два лука в студии, один будет на улочке.